Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, который боролся против диктатора Лукашенко. И хотел бы сделать обращение к Александру Лукашенко, самозванцу, который захватил пост президента в Беларуси. Александру Лукашенко, сколько ты будешь мучать бедный белорусский народ? Народ, который видел множество в этом мире негатива, который прошел Великую Отечественную войну с огромными жертвами, который своим трудом содержит твою семью, твоих детей, тебя содержит, твой режим. Сколько ты можешь мучать простой белорусский народ? Уходи по добру, по здорову, пока ты окончательно не вверх в Беларусь, или в гражданскую войну, или какой-то внешний военный конфликт. Одумайся. Все-таки ты понимаешь, куда тебя втягивает Владимир Путин. У тебя есть дети, внуки. Одумайся. Хотя ты уже столько натворил, но еще не поздно. Ты ответишь за это, понятно, но ты еще больше и больше погружаешься в трававую трясину, которую ты сам затеял для белорусского народа. Одумайся, уходи, Лукашенко, уходи, чтоб люди тебе не говорили в глаза: Лукашенко автозад. Уходи, беги туда можешь, иначе будет тебе трындец. Живе Беларусь, братья и сестры, держитесь.